Бобруйск, 18:55, конец рабочего дня. На улице моросит дождь, на перекрестке Минской и Октябрьской, час пик. ВАЗ 2109 едет со стороны Шмидта навстречу ему Ауди. Горит зеленый сигнал светофора. Через мгновение лирика заканчивается. Не рассчитав ни время, ни дистанцию, водитель ВАЗа решает повернуть налево на Октябрьскую. Немец едет прямо в сторону Шмидта, согласно ПДД. При повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу встречным авто. Нарушение правила, как следствие, приводит к неисправимым последствиям. Девятка влетела в стену дома. Перед машиной смят, выбиты стекла. Колеса смотрят разные стороны, двери вошли в салон. Ближе не подойти, инспекторы оградили территорию. Ауди получила механические повреждения. Бампер остался лежать на проезжей части. От сильного удара сработали подушки безопасности. Перед кузовом двери похожи на консервную банку. Треснуло лобовое стекло. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру и водителю автомобиля ВАЗ причинены телесные повреждения, с которыми они были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекторы просят жителей, которым известны обстоятельства происшествия, позвонить по телефону 71 55 55. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.